Hello, друзья, с вами Севпро, и сегодня я покажу мод на Раптора для Майнкрафта по Expedition. Этот мод удаляет нам настоящего Раптора, то есть динозавра, в наш Майнкрафт по Expedition. Но, к сожалению, этот динозавр будет настолько бесполезен, что вы с ним ничего не можете делать. Но, что ты делаешь, дружок? Что ты делаешь? Ну вот, как видите, уже начинают первые проблемы с этим мобом. Он какой-то, ну я не знаю, как это назвать. Но если пошевыряться в кодах этого мода, то там можно заметить, что на нем можно было бы покататься. Но если вы захотите на нем кататься, для этого вам придется, конечно, спавнить или взять с собой седло, то когда вы будете на нем кататься, текстура будет просто, я не знаю, как ее назвать, будет настолько наркоманской, что она вам не понравится. Поэтому эту функцию показываться я вам не решил. Но его передвижение довольно качественное. То есть, как видите, не дергаются ни ноги, ни хвосты. То есть, все нормально. Но я вам скажу один секрет. Наверное, все задумываются, почему он сейчас исчезает. А исчезает он из-за того, что это всего лишь обычная замена обычной чешуйчатой. То есть, это просто блок. Ой, моб, на которого наложили обычную текстуру, и он по своей способности залазивает под логи и исчезает, да. Вот такая его способность, знают все. Ой-ой-ой, что это было, друзья? Ну, конечно, без всяких моб, без ошибок в моде не бывает. Коровка, ты, наверное, думаешь, что эта фигня здесь ходит, да? Ну, это вот такая фигня, да, я с вами согласен со многим, что этот мод целиком бесполезен, но вы можете просто установить и разнообразить весь ваш мир Майнкрафте, то есть они будут спавниться прямо в выживании, да, вот это было круто. Ну что ж, на этом все, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.